Нравится Днепр, он и раньше всегда сокращенно, мы всегда говорили, не полностью никогда никто не говорил, а всегда Днепр, Днепр, я из Днепра там. А как переименовали? Изменили название. Не, ну, какое стало у вас? Ну, Днепро, а была Днепропетровск. Нет, вообще негативно, если чесно, откровенно. Все-таки ми привикли Дніпропетровськ. Краще б він був, звичайно, Січеслав, а не Дніпро. Область має бути Січеславською, а наше місто має бути Січеславом. Звісно, отрицательно. У нас другі проблеми, мій дорогий. У нас другі проблеми. У нас нищета. Для нас, як був Дніпр, как бы, в принципі, нічого не змінилось. Я была бы рада, если бы наши власти занимались какими-то более серьезными вопросами, а не переименованием городов и улиц. Днепропетровск звучало гордо. Екатеринослав красиво, созвучно, красивое вот название, там, имя города. А Днепро, ну, як чего-то не хватает. Вот. Вот Днепропетровск был лучше. Во-первых, звучало Днепропетровск. Днепр. Что такое Днепр? А вот Днепропетровск – это был город. Что Днепр, что Днепропетровск. Без разницы. Ніяка думка не змінилась, все нормально. Ми її раніше називали Днепр. Хто Днепропетровск, хто Днепр. Все нормально, я вважаю. Для мене. Ну, привикли. Ну, а що нам остається робити? Привикли. Жити від цього нам легче не стало. Мне, допустим, если бы переименовали Днепровск, было бы красивее. Целиком и полностью поддерживаю. Нравится название Днепро, во-первых, короче, во-вторых, красивее. Надо выходить от этого совка.